Запомни, зятек, раз и навсегда. Залог успешных семейных отношений – это работающая баба. Потому что работающая баба – это уставшая баба. А уставшая баба – это ленивая баба. А ленивая баба – это значит добрая баба. А добрая баба – это что? Правильно, это иди куда хочешь, делай что хочешь, с кем хочешь. Хочешь на охоту, хочешь на рыбалку, хочешь с пацанами в баню. В общем, делай что хочешь. И что нам делать-то? Я знаю, что там делать. Завтра пишем заявление, увольняемся нахер с работы. И делай, что хочешь. Стоять. 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 У меня в моей притче этого нет. Этого. Егор, давай. У нас своя притча. Стоять. Стоять.